Вот что бывает, если не натянуть цепь. Натяжитель был выключен. Выключен. Оп. Случайным способом у меня в рюкзаке оказалось три фонаря от китайского производителя Antfire, и также случайно мне захотелось поснимать их и показать фонари вам. Есть три фонаря, два передних и один задний. Название модели вроде как не особо интересно, поэтому будем называть фонари с тремя диодами и с двумя. И начнем с заднего. 1200 мАч, 5 режимов, 50 часов работы. Пластиковый клееный корпус, вес 77 грамм. В принципе, очень яркий фонарь, легко ставится, можно повесить на рюкзак, багажник или даже шлем. Вообще очень понравилось, как он сидит и выглядит на шлеме. Фонарь не ощущается в силу веса и светит дальше, потому что закреплен выше. Поэтому советую, выглядит очень классно. Теперь передний свет. Два диода, 1200 мАч, три режима, от 3 до 9 часов работы. Алюминиевый корпус, покрашенный в черный, и весит он 138 грамм. И самое жирное и интересное на сегодня — это фонарик емкостью 6400 мА, 3 диода. В руке ощущается как настоящий кирпич. Мне кажется, ему гвозди можно позабивать, если понадобится, конечно. Время работы фонаря зависит от режима, на котором вы его используете. На самом максимальном это 13 часов, и, наверное, самый минимальный это 32, если верить инструкции. Весит он не намного больше двухдиодной версии фонаря, всего лишь 270 грамм. Но в отличие от моего старого фонаря, который весил 420, эта разница довольно-таки заметна. Итак, если с задним фонарем все более-менее понятно, он классный, то на передних я бы хотел остановиться. Изначально я катал с фонарем, который имеет выносной аккумулятор отдельный, который соединяется с проводом. Аккумулятор у него находится в чехле, а чехол крепится на раму. Естественно, это все дело висит, трепещет и обматывается проводами. И повязал буквально неделю фонарь с встроенным аккумулятором, я понял, что такие аккумуляторы намного полезнее и удобнее в использовании, нежели который был у меня старый, громоздкий, с проводами. Такой фонарь легче, он занимает меньше места, он снимается с крепления за секунды и ставится обратно за те же самые секунды. Вам не нужно будет в темноте соединять два провода, искать, где у них там вход. Ваш аккумулятор не зальет водой из-под колес. Вам не нужно будет искать резинку для крепления фонаря, потому что крепление уже на руле. Что еще очень важно, ну не менее удобно, что этот фонарь можно использовать как обычный, сняв его с крепления и просто держа в руке, светить куда вам хочется. И на этих фонарях есть немаловажная фича для велосипедистов, но не только. Эти фонари могут заряжать ваши девайсы, те же самые телефоны, часы. Так что Strava будет трек писать всегда. Ну и если подвести коротенький итог, то фонари классные, я их оставляю себе. Господам с Китая спасибо за предложение и что нашли меня. Но такое странное видео получилось. Что я могу сказать напоследок? Катайте. Всегда. И я поехал тоже.